Всем привет, друзья! С вами команда 716KZ, меня зовут Рамиль Тусумов, и у меня для вас хорошие новости. Казахстан на Азиаде завоевал 80 медалей, а в итоговом зачете занял 11 место. Но больше всего радует в этой новости, что многие из наших спортсменов получили путевку на Олимпиаду в Париж в 2024 году. Одной из них стала Карина Ибрагимова. Кстати, видео о Карине есть на нашем канале, обязательно посмотрите. Ну о том, как ее встретили друзья и болельщики дома, с нами поделилась видео Махабат Большина. Еще одна хорошая новость для молодежи категории NEET. Стартовал проект Jazz Project. Он направлен на обучение социальному предпринимательству и профессиональным навыкам молодежи. Подробнее вы можете ознакомиться в материале на сайте 716.kz. Продолжая тему грантов. Более 30 акмолинцев с особыми потребностями получили 30 этих самых грантов на развитие своего бизнеса. Сообщается, что с сентября стартовал третий поток на получение грантов для реализации бизнес-идей для 37 человек. А еще в Кокштау сегодня прилетела чешская делегация. Прошел бизнес-форум, на котором акмолинские чешские предприниматели договорились о взаимном сотрудничестве. А еще прошлой пятницы в Кокштау наградили учителей и ветеранов педагогического труда. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поздравить всех учителей с этим замечательным праздником. Ну и напоследок, в Бурабай стартовал турнир по ловле карпа «Бурабай Карп 2023». Карпфишинг – это такой вид искусства, где рыбу ловят, взвешивают, а потом отпускают на волю. Конечно, сделали для нее небольшую фотосессию. Кстати, любителям рыбы на заметку. Уже 14 случаев зарегистрировано заболевание опистрохозом в Акмолинской области. А вот что это за заболевание такое, обязательно прочтите на нашем сайте. Что ж, это были самые интересные новости прошлой недели, о которых мы хотели вам рассказать. Если мы что-то забыли или упустили, обязательно пишите нам об этом в Инстаграм или Телеграм. Не забывайте также присылать свои новости, ну и ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. Скоро увидимся.